Всем-всем привет! У меня сегодня будет прямой эфир «Завтрак с дизайнерами» на Фейсбуке. Я вам скину ссылку, но это будет уже не прямой эфир. Я немножко опаздываю, не знаю, что надеть на ноги. Ладно, я пойду. Увидимся там. Ну что, в центре города пробежала дорогу белка. Перебежала. Переходила. Все боялись опоздать, поэтому приехали намного раньше. Вот, я понажимала, тут есть кнопка счастья. Наш выключатель. Мы же уже вроде были в премьере. У вас костюмчики прям тандем, да? Да, по цвету. Да, сначала Аня вживила полосы. Что, девчонки, помощь нужна? Вы тут настроитесь. Как нас слышно? Прямо. Сколько же эфиров было? А сколько будет эти полчаса? Ну, сейчас пойдет? Ну, примерно. Ну, обычно? Час вообще. Скажем так, от 30 минут до часа по ситуации. Знаешь, Саша сказала Инесса. Господи, как много, что я буду час говорить? А потом этого часа вам не хватило. Я говорю, может быть, час? Ну, смотри, как бы у нас максимум там сколько было? Час 20, да? Полетели. Ой, мы так хорошо разошлись. Они там говорили, что мы их ей остановили. Я тоже думала, это съедобное или несъедобное. Оказывается, съедобное. Кстати, вот вкусно? Вкусно? Что оказывается... Джон Сахар. Был миф, что это муляж. Да, я думала, это муляж. Я сейчас не знала. Я почему говорю, нужна эта рубрика. Особенно вот это. Надо просто, чтобы один штат пожиратель... Можно буду выйти? Да, да, да. А можно буду я штатным пожирателем? Нет, я всегда, когда смотрела эфир, думаю, почему же никто не ест? Ну, кто-нибудь... Да нет, ну просто, да, не получается. Делают карточку, но пока она все скачается, то все будет некоторое время. И напрыскались термальной водой. Вам понравилась термальная вода? Мы тут всех напрыскали. Все? Пошли? Сейчас я расскажу Тукжан, какой у меня был сегодня день. Точнее, как я показывала зираки зиму. Это не мое. Да. На улице. Может, подождем? Я расскажу, как я ругалась, как я решила поругаться на мойке, потому что мне плохо помыли машину, и чем все это закончилось. У меня никогда не бывает все по-человечески. Обязательно превращается в какую-то длинную историю. Так вот, рассказывай. Мне помыли машину, помыли плохо. Да? Да. Я, короче, думала, возвращаться или нет, ругаться или не ругаться. В итоге, короче, вернулась. А подхожу я до администратора, девушек нету. Какой-то лысый парень, который показывал мне, как парковаться. Мужик, я к нему подхожу, говорит, он меня видит опять, говорит, что случилось? Я говорю, мне плохо помыли, короче. Я там сама начала вытирать, но оказывается много надо вытирать. Он со мной пошел, посмотрел, короче, их подал. Я так поняла потом, что это хозяин. И потом он говорит, вы в следующий раз приедете, я вам что-нибудь бесплатно сделаю. Я такая, ладно, пока вот тот вытирает, там какие-то три мужика сидят, ждут свою машину. Они, кажется, его тоже хорошо знают. И они говорят, девушка, как вас зовут? Я говорю, Жанна. И они говорят, у вас это лицо такое знакомое, чем вы занимаетесь? Я, ну, там объяснила, чем я занимаюсь. Он говорит, а, типа, там я вас видел, наверное, я сейчас, типа, дом строю. И как раз ищу себе вот это. Потом такая, ладно, дальше стою, и другой говорит на казахском. Айжана, блин, вот тупым людям давай объясним, типа, посмотри, какая у них обувь. Они этот носки не одевают. Есть такие маленькие, говорит, носки, вот покажи, у тебя они стопудово такие, да? Я говорю, ну да. Он говорит, блин, если тебе не жалко, сними, пожалуйста, обувь, покажи, какие у тебя носки. Я снимаю кроссовок, показываю им, какие у меня носки. И они, короче, над этим жрут, ну, типа, такие должны быть носки. Дальше стоим. Там, где другая галактика. И отвечаю, до свидания, скажу, души ей не лезет. Молодая дома, я ай-яй-яй-яй. С
зажигалки, воздух, мы с тобой в танце. Уйду я, сообщая потери. Всем-всем привет! Сегодня суббота, утро. Я еду в гольф-клуб Жайлял. Когда я собиралась выезжать, такая сижу, уже все завела, собралась трогаться и смотрю, на лобовом стекле что-то написано. Я думаю, мне это кажется или нет, и там написано девушка, что-то. И тут я понимаю, что бумажка лежит с обратной стороны стекла. Ну вот, мне там оставили ночью, видимо, послание. Теперь я поняла, что, наверное, не надо оставлять вот эту вот бумажку, где написано, если я вам мешаю, позвоните по этому номеру телефона, потому что мне оставили вот такое вот послание. Кстати, если вы не знаете, как пишется слово «познакомиться», тогда задайте вопрос, что сделать. Если там есть мягкий знак, то пишется «познакомиться». Вот так вот. Сходила я навстречу, и поэтому тут так тихо, аж даже громко разговаривать неудобно. Поэтому вот будем с вами скоро сюда, наверное, ходить на фитнес. Я вам покажу все упражнения, которые я буду делать. Сейчас поедем в салон, съездим. У меня в этом комбинезоне вечно лямки падают. Смотрите, что за ужас. Постоянно вот так приходится поднимать. Вообще-то я опаздываю в салон. Я записалась на 1:30. Субботний день, это всегда салоны, все такое. Еще мне по работе надо заехать в один салон. Короче, день сегодня очень продуктивный должен быть. Еще бег, вечером бегать, потому что позавчера я не бегала. Я не помню почему, я пропустила, поэтому нужно побегать сегодня вечером. Вообще тут территория очень миленькая. Пруды, гольф и все такое. Я заехала в магазин Orion Light. Надеюсь, вы знаете такой хороший магазин. Находится на Мамедова-Блайхана. По Мамедова, если по Блайханову не съедете, вправо поворачивайте и увидите нижнюю часть Orion Light. Там куча люстр и выключателей. Вот они. Я им образцы привезла, сейчас надо занести им эконом-версию. До этого премиум класс я им привозила. Ой, что-то спать захотелось. Можете нас топ-жан называть хулиганками, да? Мы вчера хулиганили немножко. Да, нам чуть не забрали. Это были приключения. Но мы ничего похожего не сделали. Да, там посмотрели, что в РУВД потом. Да. Самое страшное РУВД. Хотя нет, ну Чипский, наверное, посмешнее. И все. И все. Но мы этого избежали, слава богу. Поэтому я запарковалась неправильно. И у нас еще попросили прощения. Вон она запарковалась. А мне сюда. Всем-всем привет. Я покупала канцтовары в офис. Я переезжаю, у меня будет офис. Как школьники, все школьники, все, которые есть у тебя, покупают себе канцтовары. И я такая тоже. Говорю, кусю, когда вечером ехала, что-то накачиваешься. У меня есть вот эти вот штучки, куда бумажки складывать. Потом у меня есть стакан, куда ручки складывать, калькулятор. Почему калькуляторы такие дорогие? Я выбирала самый такой бюджетный, потому что мне кажется, нафиг.